Поехали. Марина, Саш, доброе утро. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы сейчас находимся на улице Свердловская. В эфире рубрика «Внутренний офис Богдана», где можем наблюдать одна из первых теплых остановок, которые появились, по проекту, по задумке. И сейчас просто оператор не может выйти из машины, потому что если он выйдет, больше включений не будет. Из-за мороза могут перемерзнуть провода. Но здесь, вот как видите, не очень теплая остановка, стояли двери, все залеплено рекламой контекстной и не очень не прошла тема. Причем примечательно, что остановки стоят только в одну сторону. И попробуем сейчас поговорить с красноярцами, горожанами, которые отправляются на рабочие места. Здрасте. Можно у вас взять небольшое интервью? Только выбросите, пожалуйста, эту штучку, да. Вас как зовут? Александр. Александр, очень приятно. Александр, вы сейчас на работу, на учебу или наоборот? На работу. А руководителя для вашего будет являться поводом не явиться на работу, то, что на улице минус 30, прости господи? Да нет, конечно, это не повод. Ну а как вот вы считаете, нужно создавать побольше, может быть, усовершенствовать систему теплых остановок или укорачивать интервал движения между транспортом общественным? А лучше, наверное, укорачивать движение, как бы поставить-то и можно. А вот автобусом ждать как-то нереально по 10 минут, честно говоря. Ну, вы вот заметили с холодами так же трафик или увеличивается, или уменьшается? А, да мне кажется, трафик такой же. Такой? Но бывает, конечно, момент, когда автобус ломается, такой город, все бывает. Понятно. Ну, спасибо вам большое. Утренний офис Афонтова, потом в группе себя смотрите, и удачного вам рабочего дня. Это не первая, то есть это одна из первых остановок, вторая находится на студенческой там платформе. Мы туда проедем и посмотрим, как обстоят дела там, и спросим у тамошних людей, которые отъезжают, как они справляются с холодом. И, по-моему, у меня уже микрофон примерз к руке. Александр, Марина.